очень вкусно. Очень вкусно. Взял тарелку и ушел. Смотрите, что у нас такое. Вау. Берем баклажан, разрезаем напополам, только не глубоко, кубики, чтобы мы не прорезали здесь. Нарезаем и обдаем солью, чтобы вся горечь ушла. Некоторые пишут, что баклажаны не горькие, но на самом деле они очень-то и горькие. Чтобы вся горечь ушла, протираем всю соль и взбрызгиваем так, чтобы внутри тоже попало масло. Кладем в духовку до готовности. У нас здесь помидорный соус, есть немножко добавка овощей. Ложка чеснока, 1,5 ложки базилику, базилик на русском. Соль, чайная ложка. У меня здесь нарезанный зеленый лук. Обязательно попробуйте, если вам нравится на вкус. Решила я добавить еще аджику. Рецепт будет в описании. Моцареллочку нарезаем в 0,5 сантиметра. Вот так нарезаем. Баклажаны наши готовы. Чуть-чуть надавливаем, чтобы получилось как лодочка, чтобы у нас место было для моцареллы, для нашего соуса вкусного. По краям здесь не нужно давить, чтобы соус просто не вытек. Вот так положили. И украшаем моцареллой. Украшаем зейтымом. Чуть-чуть дадим цвет паприкой. Убираем теперь все в духовку до готовности.